будущим, 2023 годом. Сегодня, 31 декабря 2022 года, канун Нового года. Уже совсем скоро мы будем отмечать наступление 2023 года. Соберемся с друзьями, родственниками. Может быть, кто-то зайдет в игру и запустит пару фейерверков в Долоране. Иногда. Бывают такие моменты, когда трудно подобрать слова. Мы рады, что вы с нами. Мы рады работать над этим проектом, делать его лучше. Делать для вас, иногда вместе с вами. Мы хотим сказать всем спасибо за это. Мы надеемся, что каждый из вас может встретить этот Новый год в кругу близких и дорогих людей. И обязательно найдет теплые слова для них. Сегодня самое время позвонить или написать тем, кому давно не писали. Узнать, как дела, и поздравить с наступающим Новым годом. Все-таки Новый год – это что-то такое, волшебное. Не забудьте поделиться этим волшебством и с другими. В прошедшем году было много событий и на серые, и в мире, и даже в космосе. Вот это последнее интересно, к чему отсылочка. Спойлер красиво. Ох, это у нас космос, что ли, красивый такой. В мире вокруг нас есть бесконечное число возможностей и причин удивляться. Мечтать, ставить себе цели, улыбаться и радоваться. И нам надо помнить об этом. Наш проект в этом году не стоял на месте, мы работали над достижением наших целей. Не все из них нам удалось достичь, но это значит то, что нам есть, чем работать здесь в 2023 году. Вспомним некоторые наши новости. Волгородская тюрьма, новый рейд, мини-игры, хрупкий пол, бета-тест. Начать играть еще никогда не было так легко. Новый игровой мир, Cirrus X5. X2 сервер, открытие нового рейда, кошмар наяву. Кастомные зандалары, озеленые дринеи. Логи для рейдеров. Новая локация, мангровый остров для пандаренов. Вершина Хиджала, тоже новый рейд для X2. Поднявшиеся глубины, новая локация для Наг. Драктиры, новая раса, которая вышла на секундочку раньше, чем на официалочке. Зов приключений. Новый функциональный внутриигровой помощи. Вот это не понял, что это такое даже. Зимнее волшебство 2022-2023, ну, этот самый ивент как раз таки. Рейд-фреймы на Сирусе появились, у которых игроков до сих пор их и нету, но зато они могут и скачать теперь у Сируса и пользоваться ими. Кастомные рейд-фреймы, это зачем он повторил эту тему. Обновление модели игровых рас, тоже довольно интересная штука. Но большая часть новостей постится в нашем Дискорде, ну, естественно, пропиарится, куда без этого. Который к этому моменту уже имеет более 42 тысяч пользователей и вырос за год больше, чем на 15 тысяч человек. Мы добавили коллекции игрушек и фамильных вещей. Работали над улучшением интерфейса и новыми его фишками. Исправили сотни или тысячи багов. Но вы нашли еще столько же. Какая жалость. Мы работали и работаем над модельками рас, над новыми расами, над новыми локациями. Улучшаем наш сайт, делая его более информационно, полезным и наполненным. Я благодарен всей нашей команде за то колоссальное количество работы, которое было проделано в этом году. Иногда приходилось делать что-то нереальные сроки, но мы справлялись и с этим. Спасибо всем тем, кто был с нами, и тем, кто радовался за нас и радовался вместе с нами, и теми, кто вел себя как Гринч, будучи недовольными и помогая нам стать лучше. Без вас всех не было бы и нас. Смотришь на елочку, на игрушки, гирлянду, котика, который ест дождик, и становится теплее. Вспоминаются классные люди, которых повстречал в этом году. Классные вещи, которые удалось сделать. Но мы не планируем останавливаться, а планируем развиваться и дальше. Хорошие слова. Мы хотим наконец залить новую геодату уже в начале следующего года и сосредоточиться на исправлении багов больше, чем на создании новых фич. Чтобы повысить комфорт игры на нашем проекте. Из еще хороших новостей мы смогли диагностировать проблему с зависшей очередью на поле боя. И работаем над ее устранением. А значит, совсем скоро мы запустим потасовки. Ух ты ж, давно не было. Параллельно мы работаем над коллекцией кастомизации, иллюзия на оружие, формы друидов, облики призываемых существ, эффекты во время определенных действий в игре и так далее. Для того, чтобы вам было удобно и понятно, что именно вы получите, нам придется делать совершенно новый интерфейс. Поэтому, возможно, кастомизации будут появляться частично с начала следующего года. Многие из вас в этом году обращали наше внимание на работу с комьюнити. И да, мы согласны, что есть некоторые сложности. Мы слышим вас и работаем над этим. В этом году
Мы постарались изменить принципы работы нашей поддержки, сделав наше присутствие на форуме более дружелюбным. Увеличили штат. Наладили процессы создания и принятия баг-репортов предложений. И уже меняем наш подход к работе с изменениями. Более рассказываем о том, что и почему мы делаем. Делимся с вами своими мыслями. В следующем году эта работа продолжится, и мы будем проводить разные подходы к работе над изменениями и их обсуждение с игроками. Мы верим, что в 2023 году сможем сделать наш проект еще лучше и добавить большее количество нового, крутого и классного. Почему не написал контента? Но это все будет неважно, если с нами не будет вас. Поэтому мы ждем вас в следующем году у нас на проекте. Ждем, что вы можете нам, поможете нам меняться и становиться лучше. Лучше вместе, самое главное. Спасибо всем тем, кто входит в команду проекта. Разработчики, поддержка, тестирование, модерация, художники, медиаделу и всем тем, кого мы привлекали для работы над чем-то. Спасибо вам, что вы провели этот год вместе с нами. Вы все крутые, и мы очень благодарны. Возвращайтесь к нам в 2023 году. Ведь с 1 января 2023 года мы добавляем возможность отпраздновать свой день рождения и получить на одного из персонажей подарок на день рождения. Сейчас посмотрим даже, что это такое. Еще один день, а унесет еще год. Еще один чистый лист, очередной отчет. 365 дней, еще один забег. Всем 8 дней поставок. Ребят, с Новым годом вас! От Сируса и от меня тоже. День рождения. На секундочку. С днем рождения. Однажды в этот день вы присоединились к нам. И надеемся, останетесь надолго в нашей уютной компании. Получение очков доблести увеличено на 25%. Получение опыта боевого пропуска на 25%. В личном кабинете на нашем сайте вы можете забрать подарки на одного из своих персонажей. Подарок. Что в нем находится? Фейерверки с днем рождения. Собироматик. Создать Собироматика 2, который починит ваше снаряжение и продаст вам товары первой необходимости. То есть GIS, ремонтобот. Мобильное личное хранилище. Готово предоставить вам доступ к вашим вещам любое время. То есть портативный банк, я так понимаю, одноразовый. Да, 5 штучек дают. Мобильный аукцион. То, чего многие бы захотели. Тоже 5 штук с собой. Мобильный трансмагнификатор. Ну, куда без этого. Тоже 5 штук дадут. Праздничный торт на день рождения. Можно угостить друзей. Мобильный почтовый ящик. Мялли. Наследуемое подтверждение мастерства. При использовании повышает опыт боевого пропуска на 1000. И лицензия на 7 дней поставок. Довольно-таки приятно. И дополнительно. Может упасть еще подарки Сируса, которых, ой, какое большое количество на самом деле, которые можно, конечно, будет еще начитать. Я так понимаю, 11 штук вот это вот, это все, что вы получите на Новый год раз в год. И плюс дополнительно еще какие-то там подарки Сируса вы полутаете. Офигеть. Это вообще модельку, это даже не видел ни разу. В общем, натыкайте, наредкликайте, увидите, что тут. Когда дыхата, естественно, вопросы пошли уже. Но, ребят, всех с наступающим, ребят. Новым годом.